А Касым-Жомарт Токаев уже в Узбекистане. Борт главы государства приземлился в аэропорту Самарканда, где завтра пройдет 22-й саммит ШОС. Воздушная гавань казахстанского лидера встретил премьер-министр страны Абдулла Арипов. Ожидается, что по итогам саммита участники подпишут более 30 документов, нацеленных на укрепление организации. Также у Касым-Жомарта Токаева запланированы двусторонние встречи с лидерами других стран. В Самарканде Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии посадки деревьев. Именное дерево президент посадил в туристическом центре Silk Road, где его встретил президент Узбекистана.